Музей имени Чапаева активно обновляется. Интерес к истории страны настолько велик, что сотрудники музея постоянно пополняют экспозицию. В одном из залов представлены комплекты униформ офицера Российской императорской армии периода Первой мировой войны и рядового армии Австро-Венгерской и Германской империй. А на площадке перед музеем выставлены уникальные макеты бронеавтомобиля и пушки. Музейных экспонатах специалисты могут рассказывать часами. Вот макет 76-миллиметровой полевой скорострельной пушки образца 1902 года. А этот броневик «Изотов» Раскини «Череп» был создан в единственном экземпляре в 1916 году на Ижорском заводе. Восстановлением занималась команда специалистов Санкт-Петербурга. Интересна эта машина тем, шасси было из Италии, но заказали его, знаете, таким вагоном такой был, когда приехал из этого Раскини. Инженер Гебров, он снял, разобрал всю эту броню. Вот, и это, наверное, единственная машина, которую выпускались на кровной броне от рикошета. Уникальные экспонаты и сенсорное оборудование появились в музее благодаря гранту главы Чувашии. Обновленная экспозиция – часть программы, которая включает еще и реконструкцию самого здания музея и реставрацию дома, в котором родился и жил Василий Иванович Чапаев. Сотрудники уверены, их музейное пространство станет самым востребованным и зимой, и летом.